Сегодня выходной день, мы пришли помочь ботсаду. Волонтерство – это добровольчество, добрая воля. В общем-то, в самом слове уже заложено, что движет. Но мне кажется, на самом деле, это очень природное, человеческое, естественное порыв движения. Вот, когда хочется, чтобы немножечко было красивее, чище. Хочется не просто сидеть, сложа руки и жаловаться, что все плохо, а пойти и что-то улучшить немножко, хотя бы в меру своих сил и возможностей. На самом деле нам не так важно, что именно делать. Мы уже много лет помогаем ботаническому саду, и позвонили, сказали, что вот мы в это воскресенье готовы прийти, есть добрая воля, рабочие руки, вот что можем, чем помочь. Ну, сказали, можно помочь с растениями, будет очень здорово. Такие акции позволяют нам самим почувствовать, что мы можем быть участниками перемен, что мы можем делать даже пусть маленькие дела, но самостоятельно, и это всегда красиво, здорово, когда ты можешь что-то сам создавать или хотя бы участвовать в каких-то переменах к лучшему. У нас в Харькове есть чудесный ботанический сад, в который все мы любим приходить. Этот ботанический сад занимает больше, чем 40 гектар, и здесь работает всего несколько сотрудников, которые очень любят свое дело. И сегодня мы здесь собрались для того, чтобы помочь им подготовить наш чудесный ботанический сад к зиме. В основном эти работы достаточно простые. Мы ухаживаем за можжевельниками, убираем все старые веточки, стараемся привести в порядок, смотрим, чтобы не было лишних маленьких кустов, которые могут портить сам общий вид ботанического сада. То есть такие работы. И еще наши ребята немножечко дальше вскапывают грядки, в которые будут посажены цветы, которые в следующем году взрастут. Мы с ботаническим садом сотрудничаем уже больше 10 лет, поэтому отреагировали хорошо и говорили, что ждали нас в этом году. У нас эта акция обычно проводится 2 раза в году, экологическая акция. Там часто присутствует больше 200 человек. Сегодня акция небольшая, нас немножечко больше 20 человек.